Так, эксперимент. День второй. Все у нас получилось. Мурашки приняли мамашку, мамашка приняла мурашков. Все тихенько, спокойненько сидят на влажной ватке. Будем ждать размножения. Получается, что если этих мурашек заморозить, причем я взял агрессивных мурашек, которые нападали на палочку, там на меня, подзаморозил и запустил к мамашке. Они приняли ее. Теперь осталось дождаться, когда какая-нибудь из мамашек заплодоносит, чтобы уже наверняка знать, что это хорошая мамашка. И заморозить весь муравейник. Вот это будет грандиозный эксперимент. По-моему, такого еще до меня никто не делал. Спасибо за просмотр. Эксперимент удался.